OMTV.ua про головне. Именно в районе Сувалкского коридора после начала протестов русскоязычного населения в Прибалтике стартует Третья мировая война. Украинской державы нет и не будет. А вы где зараз перебуваєте? Я где? Я у Бога. Я служу Богу. Ни в какой Украине зараз? Ну, ни в какой. А в космосе десь, так? Ну, может, вы и в космосе. Вы судите по своей мере испорченности. Это духовная скрепа. Я в своїй рідній ненці Україні, яку дуже люблю, і просто питаю, а ви зараз не знаєте? Ви любите то, чого нету і не буде. Ви розумієте, як називається те, що ви говорите зараз? Я розумію, що я говорю. Я розумію. Я Україні ніколи не служила і служити не буду. Так, а чому ви зараз на її території перебуваєте? Територія Божа. Крым чей? Крым Божий, я уже об этом говорил. Крым тех людей, которые там живут, которые любят Крым. А территория, я бы сказала, чья это территория. Территория, тот, просто вы присвоили чужую территорию. И вы ее... А чья же она тогда была? Своей. А чья же она тогда была? Вот сейчас идет война. Война за Россию! Матушко! Территорию отвоевывают, свою отвоевывают территорию. Зараз вы оправдываете российскую агрессию? Ваша, агрессия ваша, не российская. Вы понимаете, что это криминальная статья? Я говорю, то, что вы зараз говорите. Агрессия ваша. Да вы пишите мне это до жопы. Что хотите, то и пишите. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Я говорю то, что я думаю. Льстить я вам не собираюсь. А ви в курсі, що там ззаду правоохоронці, і зараз вони це почують, і вас можуть затримати? Я попила, или что? Ви зараз говорите... Я приглашала ко мне. Тебе не нравятся мои ответы? Не задавай вопросы. Как Суворов писал, без молитвы шашку не обнажать, ружья не заряжать. Это нужно сейчас, это наука побеждать, она же там из этого состоит. Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом. Ух. Христос воскресе! Сегодня за пасхальным Христос богослужением воскресе. Присутствует президент. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Между тем, наша военная спецоперация продолжается методично, не останавливаясь ни на секунду, ни днем, ни ночью. Все правильно сделал президент, абсолютно правильно. Я его поддерживаю на 200%. Иначе бы нас давно бы тоже, они давно очень готовились, и пришлось... Вооруженные конфликты, кровопролитие, это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами. Вся российская политическая культура построена на унижении, агрессии и садомазохизме. Они себя унижают и пытаются унизить других. Потому что понятно, что у России ничего не вышло по большому счету, несмотря на нефть и газ. Все равно это уродство. Так давайте и других затянем в свой ад. Такова логика. Я думаю, что скоро Россия просто расширится, и все будут счастливы. Они не справились со своими историческими травмами. А те, кто не могут с этим справиться, они не могут придумать будущее и разыгрывают один и тот же сценарий из прошлого и пытаются затащить туда других. Донбасс присоединится к России и будет российским. Трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, это результат деятельности националистического
неонацистского режима, который в 2014 году захватил силой, захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Российской Федерации получены материалы, свидетельствующие об осуществлении в биологических лабораториях на территории Украины при поддержке агентства по уменьшению военной угрозы Пентагона. Это не турбулентность, это такая настоящее начало глобальных тектонических сдвигов. Мы страна и народ. А давайте вспомним, что это слово означает по сути своей. Фаши. Пучок сплетения единства. Вот. Фаши. Пучок сплетения единства. Вот. Расскажите нам, почему вы сегодня решили сюда прийти? Потому что хотим быть едиными со своим народом, со своей Россией, со своим президентом. Фаши. Пучок сплетения единства. Вот. Спасибо Путину и нашему правительству. Да. Вы знаете, что за праздник там День народного единства? Да. День народства. День единства народства. Народ. А почему он отмечается в этот день? Ну, это тот день, когда все народы, они соединялись и воевали с Путиной, да, война. Фаши. Пучок сплетения единства. Вот. Я сегодня пришел в День единства для того, чтобы Россия была единой, неделимой, прекрасной и великой, какой она была тысячи лет. Чтобы у нас возрождалось наше вечное тысячелетнее Отечество, за которое любой казак готов отдать жизнь. И я могу показать, вот, собственно, немножечко за нее повоевал в Приднестровье и в Новороссии. Вы расскажите, что вы написали Путину? Путину, что кроме него мир спасти некому. Мир в целом. Ну, естественно, я Россию в первую очередь. От кого спасти мир? От того, кто сегодня правит миром. Не Путин правит миром сегодня. Но он сможет заставить правителей поступить так, как надо народам. Вот самое главное. И дело в том, что вот-вот, если не он, то народные массы все равно рано или поздно сметут эксплуататоров, сметут буквально капитализм. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Я где? Я у Бога. Президент Латвии раскрыл причину вступления в НАТО. Далее прямая цитата. Мы с первых дней, недель, с первых месяцев после обретения независимости поняли, что рано или поздно Россия эту независимость заберет.